Я скучаю без тебя вечерами. Думаю, будет здорово выбраться как-нибудь на неделе вечером, только мы с тобой, думаю, ты это шутишь, будет... Ты шутишь, наверное? Что? Ты отсканировал задницу этой девушки? Думаешь, она заметила? Жена поймала тебя глазеющим на других девок? Смотреть надо с расстояния около 5 метров. Повернись и жди, пока она зайдет в зону твоей видимости. Ты о чем? Ну ты же не виноват, если ее задница проходит там, куда ты уже смотришь. Да что не так с вами двумя? Полностью помешаны на сексе. Что ты делаешь? Фотки на память. Многие женатые мужчины считают, что если бы не вы, все эти женщины могли бы быть их. Я даю тебе неделю безбрачия. Чего? Что? Что? Безбрачную неделю. Отпуск от брака, когда можно делать все, что угодно. Только ты и я на целых 6 дней. Выхожу из системы. Выходи, а я хочу подкатить к секретарше. Уверены, что Аплиби лучшее место, чтобы склеить горячих девчонок? Думал пойти в Оливер Гарден? Долгой будет неделька. Думаю, надо сбавить темп. Что? Сейчас 9:15. Фредди, баю-баю. Ребята, вам надо ловить момент. Смотрите, что тут. А что это? Немного шоколада. Фу. Чтобы пошалить. Каким мылом пользуешься? Дав. И я люблю Дав. Попробуй. Какая мягкая. Да. Может, девчонкам позвонить и попросить вернуться? Ни за что. Если мы не докажем, что безбрачная неделя — это хорошо, концепция будет мертва для всего человечества. А что это за шлем? О, цыпочки любят мотоциклы. У меня есть несколько заготовок для начала разговора. Привет. 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 Ола. Вот поэтому надо было идти в гей-бар. Простите, по-вашему, эта салфетка пахнет хлороформом? Шучу. Фред Сиринг, можно угостить вас? Вау. И что это было, черт дери? А выше не мог? Смотри! Высокая блондинка. Она окружила себя непривлекательными подругами, чтобы выглядеть на десятку. Горячая. Нет. Потрясающе! Ты гений математики!